Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей, вы на канале. В этом видеоролике я вещать расскажу то, что как увеличить FPS в играх. Да-да, вы, наверное, подумаете то, что я копирую. Хаган, это а как увеличить FPS в играх? Это видео Андрохака, но сейчас будет без каких-либо программ почти на любом Android-смартфоне. Заходим в настройки, в поиски пишем. Драйвер. Без пробела. Вот настройки графического драйвера. Нажимаем. Заходим сюда. Выбираем любую игру, которую хотите увеличить FPS. У меня, к примеру, GTA San Andreas. Нажимаем на нее и нажимаем системный графический драйвер. И, допустим, я еще хочу. Вот, World of Tanks. Плюс еще и в программе для задания игр. Ну вот, все. Давайте сначала протестируем World of Tanks. FPS. Сейчас загрузится игра и покажу вам FPS. Даже сейчас видно, как проработаны все танки. Идеала. Еще прикольные выпуклые текстуры с параллаксом. Ладно, я вам показал, как увеличить FPS. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы показывать еще больше туториалов на этом канале. Я вам желаю удачи. Спасибо. Всем пока.